Всем доброго времени суток. Дикая лиса маркиза. Дневник приручения. Опять сонная, разбудили девчонку. Разбудили, она еще нет сама. Не в рабочем состоянии она еще. Кот-то вокруг бегает. Ты бы подбежала, она сразу проснулась. Перья длинные. Кого-то за хвост дернуло, да что ли, куриные. Валяются у нее. Куда убежала-то? Сейчас кот пробежит, вон, глаза его сверкают. Вон идет уже. Идет тебе на помощь. Твою это самое. Помочь тебе все съесть. Она еще не проснулась, она что-то там ей нет самое. Лапы свои это самое, что-то облизывает. Привередина, хватит ломаться. Я к тебе пришел, на это самое. Надо работать, значит. Потом поумываешься. Это что же, она же всесторонне проверить надо. Вот у нее пух, как мои пальцы даже это самое закрывает до ладони. Кого? Все съела, иди. Залезай, иди. Кот-то сидит за тобой, наблюдает. Любимый котик. Прожорливый животик. Давай. Она спит, глазки прищуривает еще. Яйцо ушло одно, это сама съем. Ну иди. Кот-то сейчас зайдет. Она же вздрагивает, знаешь, что про него говорят. Ну иди. Хулиганка. Хулиганка. Ну, и что там? Ну, конечно, она уже прятать сразу полезла. Ну, что за фокусы-то такие? Кот же видит, куда ты прячешь.
На глазах прямо у него прячешь. Тем более не спрятала, а отлетела куда-то у тебя. Она так аккуратненько берет, чтобы унести подальше. С другой стороны спрятала. Ага. Но все равно найдет, заряд и прячешь. Он дома сейчас наелся этого же. Сейчас ты еще накормишь его. Будешь ягодку есть? Чего она не хочет? Я что тебе, буду это самое, чтобы ты кота кормила, что ли? Нафиг надо. Ну, сейчас ягодку спрячет тоже. Она сонная еще, она еще не расшевелилась. Мне подвигаться она, чтобы аппетит появился. И заходи. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай. Ава. О. Любимый котик зашел. Прожорливый животик. Сейчас нычки соберет все. И смоется потом. О, видишь, он уже посмотрел, подсмотрел. Он уже лапой разрывает. Смотри-ка, что. Смотри, он что делает. Ну, смотри. Ну, это что, надо меня проверить, что же. Да, смотри, он уже за ушами трещит. Не надо. Сначала ее, чтобы она поиграла, у нее сразу сон пройдет, аппетит появится. Давай, не сюда. Ничего не хочет. Ничего не хочет еще. А? Не хочет она подходить. А? Вредина, вредина. Кого там уселась-то? Съел уже зря ты там отца проверяешь. Изо рта не вытащишь у него. Плохо прячешь. Он все находит. Короче, она не хочет сегодня ничего. А позже есть будет. Все, на сегодня.